Несколько пунктов мы смотрели с ней. Мы договорились насчет тот же тренинг для персонала. Закария там не эксперт в области гостиничного менеджмента и ресторанного бизнеса. Он приехал в Кустанай в рамках проекта «Старшие сеньоры». Этот проект реализуется в рамках дорожной карты бизнеса 2020. Он позволяет действующим предприятиям пригласить к себе зарубежного эксперта и получить от него профессиональные рекомендации. Закария там не из Марокко. Он уже успел проработать в нескольких казахстанских отелях, поэтому свободно владеет русским языком. В прошлом году эксперт приезжал в качестве консультанта в Кустанайский развлекательный комплекс. В этом году 2 недели он будет помогать загородному гостиничному комплексу. Работаем на всех направлениях. В первую очередь улучшить качество сервис, потом доход для учредителей и поставить стандарты и дорога, как правильно работать, и мотивация персонала. Самый большой минус, например, который я могу сказать про Кустанай, не про весь Казахстан, это вот это гостеприимство у сотрудников. Чуть-чуть они как будто просто не дотренированы. Закарий отмечает, что конструктивной критике подвергается все. От сервиса до сложных внутренних бизнес-процессов. По его словам, в Кустанае катастрофически не хватает квалифицированных кадров, поваров, горничных, официантов. Люди не хотят работать в этой сфере долго. И это в основном студенты из районов, что мешает создать крепкую и постоянную компанию предприятия. Бывает иногда, что нету вот этой коммуникации между руководства и персонал. Если повар очень хорошо готовит, этот официант должен хорошо предлагать и обслуживать, а инструктор должен правильно показать. Безопасность детей тоже должна быть, чтобы человек пришел здесь и получил полностью удовольствие от всего. Понятно, что за 2 недели Закария Тамни не обеспечит предприятие профессиональной команды, но, как отмечает сам эксперт, сможет дать дельные советы, где можно сэкономить время и деньги, и как заработать больше. Кстати, в этом году в Кустанайской области было подано 12 заявок на участие в проекте «Старшие сеньоры». Помимо Закария Тамни, в Кустанае вместе сейчас находится французский повар Клод Менар. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН.